На аллее памяти возле здания управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу состоялось мероприятие, на котором поздравили ветеранов полиции. Со вступительными словами к присутствующим обратился начальник УМВД Сергей Астахов. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, мирного, спокойного неба над головой. Еще раз всех с праздником. Спасибо. Ветеранам вручили цветы, подарки и благодарственные письма за то, что они стояли на защите порядка и безопасности в муниципалитете. Мы на них должны всегда смотреть. Это наши показательные образцы. Ветераны, ну, они заслуживают, отдавали честь, долг, то есть защищали Родину и нас защищали. Анатолий Широков 25 лет служил старшим участковым инспектором и не жалеет, что столько лет посвятил службе в органах. За годы работы у него накопилось много приятных воспоминаний. Коллектив был очень дружный. Был начальник, и я еще пришел в 70-м году работать. Вот. Был Аксенов Афанасий Горыч. Это вообще руководитель замечательный. Вот. Организатор был выдающийся. Сам в первых рядах, когда нужно что-то там идти на задержание. Татьяна Иванова по первому образованию воспитатель. 12 лет она работала с детьми в детском саду «Ласточка». В местное УМВД требовался сотрудник в паспортную службу. Коллектив дошкольного учреждения рекомендовал ее для работы в органах. Там я работала с детьми, а здесь со взрослым населением. Здесь тоже было интересно, потому что был прием людей, много было вопросов, надо было все разъяснить, довести до сведения. В конце мероприятия ветераны совместно с действующими сотрудниками минутой молчания почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.